Всем привет, с вами Артем, вы смотрите OblockTube. В этом видео я расскажу вам о новом jailbreak твике под названием Slices. Данное расширение позволяет создавать несколько учетных записей для различных приложений, установленных в iOS 7. Сейчас я покажу вам, как это выглядит на примере программы ВКонтакте. Для начала переходим в параметры Slices и выбираем необходимое приложение. После этого включаем опцию Ask on Touch. Теперь при запуске приложения нам будет предложено создать новую учетную запись. Задаем название для нее и осуществляем вход. Обратите внимание, что все сохраненные ранее учетные данные попадут в эту запись. При повторном запуске приложения мы сможем зайти в уже существующую учетную запись, либо создать новую. Разумеется, для новой учетной записи придется ввести другие регистрационные данные в социальной сети. Теперь можно очень быстро переключаться между профилями, не вводя учетные данные от них. Достаточно запускать приложение и выбирать нужную учетную запись. Таким образом, за одним iDevice могут работать сразу несколько человек, каждый из которых будет заходить под своими учетными данными. Не менее удобно применять jailbreak Twig Slices для игр, в которых не предусмотрены различные профили для разных игроков. Для примера покажу вам, как работает Twig с недавно вышедшей игрой Hitman Go. В приложении сохранен игровой процесс, и если другой пользователь захочет поиграть в нее, ему придется либо продолжать сохраненную мной игру, либо перепроходить заново стартовые уровни. Давайте посмотрим, что же будет, если включить Slices для данной игры. При первом запуске создаем новую учетную запись. Все сохранения и данные, которые хранились в игре, не пропадут, а попадут именно в эту учетку. Когда при повторном запуске приложения мы создадим другую учетную запись, в ней не будет никаких сохраненных данных, и игровой процесс начнется с самого начала. Теперь в любую игру могут играть сразу несколько человек, при этом у каждого будут свои сохранения, даже если это не предусмотрено в самом приложении. В параметрах Slices можно отключать работу твика для уже включенных приложений, а также удалять ненужные вам учетные записи. Мне кажется, в расширении не хватает единственной возможности задавать пароль на нужные аккаунты. Скачать данный jailbreak твик можно в стандартном репозитории CD Big Boss по цене $99. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артем, специально для OblockTube. Пока!